клятву Гіппократа, надавати допомогу тим, хто цього вимагає, кожної миті свого життя. Чи така вона сама людина, як і всі лікар у білому халаті? У випуску програми «Просто люди». Будучи еще главным врачом, я ему стал давать поручения. Ну, там, что-то проверить, подготовить вопрос на коллегу или медицинский совет, вот. Ну, и другие вопросы. Потихоньку стал ее привлекать к хозяйственной службе, потому что главному врачу приходится работать всем. И главный врач, он же и хозяйственник, и так далее. И потом лично у меня не было никаких сомнений, что это тот человек, который я искал. Так, самое основное его качество, он очень совестный. Это редкое качество для руководителя. Он может сказать руководителю, я же знаю руководителя, не только медиков, что могу тебе обещать, вот, помогу, все, ну, завтра, послезавтра. Он человек слова. Это первый. Грамотный. Второе. Даже может на первое место поставить. Он работал врачом нейрохирургического отделения. Я наблюдал за этим. Да, он умел хорошо оперировать, он общался хорошо с больными. Вот. И я сделал вывод, когда я уходил в отпуск, оставлял его вместо себя, он наладил, так сказать, отношения и с нашими заведующими отделениями. Это не так просто. Вы понимаете, молодой парень пришел, у нас заведующий уже короли, у них уже корона на голове. Они же такие, их знает город, иногда и область, а может и выше. Он знает прекрасно английский язык, он знает отлично арабский язык. Старается, и не то, что старается, он укладывает душу в эту больницу. Рос на моих глазах. Я являюсь аборигеном этого отделения. Я фактически уже четвертый десяток работаю, и я уже знала многих специалистов. Александр Евгеньевич пришел к нам интерном, еще в наше отделение, когда... Это был человек, конечно, очень любознательный, очень любопытный, во все вникающий. В общем, был очень хороший, интеллигентный мальчик. Сейчас очень, ну, нечасто можно встретить вот таких вот людей, как наш Александр Евгеньевич. Ну, наше отделение, наша больница. Она была, она же очень, ну, не очень такая старая, но уже поношенная была достаточно, знаете, как, хоть ее припудривали чуть-чуть, как это, как пожилую женщину, ракет наводили, но это все было не то, понимаете? Это даже интеллигент, я сказала бы, аристократ, вы понимаете? Человек, который всегда придет на помощь. Человек очень достойный, понимаете, на своем месте и очень достойный. Вместе еще далеко до того момента, как он стал главным врачом. Мы еще с 99-го года друг друга знаем, когда я был на интернатуре, а он был на курсах специализации. То есть мы практически с того момента постоянно поддерживаем дружеские нормальные отношения. Ну, помимо всего прочего, что он сейчас главный врач, он еще в первую очередь нейрохирург. Здесь очень важен ассистент, который не будет стоять как икона, а будет что-то подсказывать. То есть вот, когда мы оперируем с ним вместе, я могу рассчитывать на то, что в трудную минуту мне что-то будет подсказано. Они будут стоять и ждать, и смотреть, как это будет проистекать. Это человек, который может прийти тогда, когда надо. Это в первую очередь. То есть не тогда, когда зовут, а тогда, когда надо. А вас сказали, что вы очень хороший ассистент, что вы во время операции ассистируете правильно. То есть вы, на вас всегда можно положиться, и вы четко можете подсказать, что нужно делать, а не просто стоите и наблюдаете. У меня учитель был Анатолий Петрович Головин, да, который куратор моей интернатуры был по хирургии. Вот он научил такому правилу, что ассистент не является придатком на операции, ассистент является помощником хирурга. И если ассистент не владеет методиками операции и не знает, какой следующий шаг будет хирурга, помощи от него будет мало. Равно как и от операционной сестры.
наши операционные сестрички знают ход операции иногда лучше, чем интерны. То есть она каждый день присутствует на этих операциях, обкатывая их алгоритмы, обкатывая их на практике, она практически, я не удивлюсь, что некоторые медсестры операционные с опытом, со стажем могут провести иногда и самостоятельно. Но для вас хирург, которому вы ассистируете, он командор, да, на операции? Дело в том, что если на операции будут принимать решения несколько человек, это не будет правильно. Есть человек, который несет ответственность за операцию. Естественно, его желание, его требования к определенному этапу операции – это законно для ассистента. Ассистент должен сделать так, чтобы хирургу было удобно выполнить операцию. Вы вышли из операционной. Как вы перестраиваетесь на совершенно другую работу? Как вы уходите от этих эмоций? Вы же понимаете, что каждая операция может закончиться по-разному. Когда операция заканчивается хорошо, совсем недавно удалось удалить опухоль практически без вреда, без неврологических последствий для больного. Конечно, для нас это был эмоциональный положительный стресс, который послужил зарядом работоспособности и бодрости на остальные дни. А есть такие операции, которые не могут в силу не то что наших возможностей, в случае недостатка, допустим, какой-то аппаратуры, техники, в случае особенностей анатомии, которые не могут быть закончены с положительным результатом. Мы идем на паллиатив, так называемый, то есть облегчение страданий больного. Но, естественно, такие операции приносят меньше радости хирургу. Говорить о положительном заряде, конечно, в этом случае не приходится. Кому бы вы доверили свое здоровье, вот лично вы? В нейрохирургии? Вы только что с ним разговаривали. Но вы знаете, мы с ним все-таки прошли общую школу и полгода учебы в Киеве, потом курсы в Киеве вместе. Нас как-то жизнь свела, собственно, мы уже, родственниками друг друга себя считаем. Но я от души рад, что возможности его как профессионала и возможности его как человека позволили развиваться службе нейрохирургии в Николаеве. Какой вы в экстремальных ситуациях? Для нейрохирурга самое главное в экстремальной ситуации сохранить покой, сохранить взвешенность, сохранить возможность трезво принимать решения. Если в экстремальной ситуации в нейрохирургии растеряться, то иногда за 2 минуты можно потерять больного. Александр Евгеньевич, а вы всегда мечтали быть врачом? С 5 лет меня наблюдал педиатр, который привил мне любовь к медицине. Это был человек, который приходил и не начинал слушать сразу или пальпировать. Она сначала разговаривала, она сначала располагала к себе. И только потом мимолетом проводила какие-то свои манипуляции, которые уже были для меня в том возрасте не страшные, безболезненные. И с того времени, с 6-7 лет, может даже и раньше, с детсадовского еще возраста, я уже получал от родителей на орехи за то, что у меня все мягкие игрушки были вспороты и зашиты. В течение школы для меня не было вопросов, кем я буду. Другое дело, что все ж любят в юности играть в самостоятельность. Да? Я был из достаточно благополучной семьи. У меня единственное в школе был одноклассник Олег Новицкий, у которого отец Олег Никитович был на то время областным хирургом. И он нас брал вместе в Варваровку на операции. Мы уже в 6-7 классе мы видели операции. Для меня это тоже был шок, я понимал, что я хочу быть хирургом, но мне это все было страшно. Я для того, чтобы проверить себя, пошел в медучилище. Я забрал из школы документы, отнес их сам в медучилище, сдал вступительные экзамены. Очень довольно хорошо закончил медицинское училище в Николаеве. Но стал вопрос, что делать после медучилища. Я решил попробовать свои силы в Ужгороде. Поехал в Ужгород, а по пути заехал в город Черновцы. Заехал и сказал себе, что я оттуда не уеду. Проблем с языком уже тогда не было никаких. Почему? Потому что достаточно интернациональный город.
вел себя достаточно адаптивно к любому своему жителю. То есть нас на лекциях спрашивали, как нам комфортно. Для меня было даже интересно. Речь вот Западная Украина, да, вы знаете, специфический диалект такой. Мне было интересно его знать. Я старался, подражая своим сокурсникам, значит, учить этот язык. Чем мне еще понравился Черновицкий институт, это маленький-маленький город. Он компактный. В нем нету стольких увеселительных заведений, как было на то время уже в Одессе. А вас как студента в Черновцах привлекало отсутствие увеселительных заведений? Знаете, я приехал в Черновцы учиться. А когда ты понимаешь, что ты учишь то, что тебе придется делать в жизни и этим зарабатывать себе на хлеб, совсем другое восприятие. Супруга моя Татьяна, она терапевт, она не совсем понимает, что такое хирургия, но понимала, тогда не понимала. Сейчас она меня понимает как никогда, потому что сама является главным врачом на медсанчасти «Заримаш» проекта. Вот. Нам есть о чем поговорить дома. А время есть у вас для этого? Ну, я вам приведу один пример, после которого вы сами поймете, есть ли у нас время для этого. Дочка, когда закончила школу, перед ней стала, она очень довольно неплохо училась, закончила 22-ю школу. И когда стал вопрос, кем она будет, она сказала нам, ни в коем случае не буду врачом. То есть, ну, это показатель. Она нас видела мало. Она пошла на лингвистику, японская лингвистика в Киевском национальном университете. Вот, закончила, сейчас в этом же университете преподает японский. А сын определился с выбором профессии? У него есть мальчишеская мечта? Хочет быть космическим доктором. Александр Евгеньевич, а переступая порог больницы, вот как человек со своими чувствами, эмоциями, мыслями, как вы переключаетесь на решение постоянных вопросов внутри больницы? А я не переключаюсь, я постоянно живу в процессе их решения. Подпитывает вот этот энтузиазм, единственное, что это благодарность, конечно, людей. Вот, истинная благодарность. Я могу вот показать последнее письмо, которое мы получили. Для кого-то оно может показаться и как, ну, страшным, не страшным, но для меня это чувство гордости за свой персонал. Хотим обратиться к руководству БСМП с благодарностью за прекрасных, высококвалифицированных сотрудников, которые работают в патологоанатомическом отделении больницы. И наша безмерная благодарность за профессионализм, поддержку и внимательное отношение к людям. Большое вам спасибо за то, что в вашей больнице работают такие врачи. С уважением, семья Диденко. 10.02.16. Это первое за мою вот всю историю медика благодарственное письмо патоанатому. Вы волнуетесь перед операцией? Если вам кто-то скажет, что выпускник мединститута атеист, хоть один, не верьте. Это святой Лука. Это человек в миру воина Ясенецкий, который практиковал медицину в Симферополе и принял монашеский сан. Это единственный человек в Советском Союзе, который имел письменное разрешение Сталина держать икону в операционной. Клятва Гиппократа – это корпоративная клятва ученика своему учителю, где он обязуется продолжать дело учителя, нести пользу больному и никогда в жизни не нанести ему вред. Вот основной квинтэссенция этой клятвы. Человек, который ввел медицину статистику. Если кто видел фильм про него, значит, вот была чума в городе Испахан, где Ибн Сина или Авиценна, он же осуществлял врачебную деятельность. Так вот, штрихи умерших на стене и график повышения заболеваемости и ее снижения – это первая статистическая обработка информации в медицине. Ну, это те люди, на которых мы равняемся. Здесь музей есть, да, маленький такой импровизированный, можно показать, книжечка. По анатомии человека 1904 года. Значит, ну, видите, она именная. Вот, сохранилась. Ну, видно было, что люди, у которых она была, хотели ее сохранить. И вот покажу такое, что у нас даже в современных атласах сейчас не каждый день найдешь. Ну, такое вот наглядное пособие, когда человек
представлен во всей своей ипостаси. Книги, которые передают, тоже частная хирургия, они все заслуживают внимания и уважения, потому что они написаны кровью и слезами наших пациентов. Практический инструмент такой же, как использовали древние египтяне, римляне, когда проводились первые трепанации черепа. А сегодня мы выполняем эти операции с помощью пневматического электротрепана. И зная, как это было, начинаешь ценить то, что есть сейчас. Потому что, не зная своей истории, вы знаете, что будущего быть не может. Да? Мы вот стараемся, изучая и имея перед собой вот такой вот пример истории, стараемся быть достойными наших требований. Олександр Дем'янов – головний лікар і нейрохірург лікарні швидкої допомоги. Людина, яка ставить перед собою цілі та досягає їх, розуміючи міру відповідальності за свої вчинки. Залишайтесь з нами. Просто люди міста Миколаєва.